Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Я приехала в центр, у нас чудесная погода. Сегодня обещали плюс 20. Вот здесь открыты двери, вот, это на центральной площади. Здесь у нас делается подземная 4-уровневая стоянка. Вот я вам так чуть-чуть покажу и пойду дальше показывать. Так как еще только 10 часов, а все магазины с 11, поэтому я вам могу поснимать. Вот, смотрите, здесь всякие цены на сладости. Всякие такие сладости. Видите, петушки на палочках, как я их называю. Петушки на палочках. Вот. Здесь овощи. Это овощи, которые выращены людьми в этих самых своих хозяйствах. Ой, как пахнет. Мята пахнет. Так, мята пахнет. Чудесно пахнет. Вот. Вот смотрите, абрикосы испанские. Абрикосы испанские. Литр 3 евро. А вот испанская черешня, которая 8 евро литр. А 2 литра написано 15 евро. Вот горох. Вот клубника. 1 литр 4 евро. А это бельгийская 5 евро такое. Ну тут тоже, наверное, пол-литра. Вот. Это рыбка. Рыбка я вам снимала уже когда-то. Вот сейчас мы будем с вами цветы смотреть. Мне нравятся цветы, поэтому мы будем смотреть цветы с вами. Вот. А потом я вам покажу вот эту церковь. Туда поближе пойду. Она всегда практически закрыта. Но мы все равно, мы вовнутрь не будем заходить, а так снаружи посмотрим. Видите, какие чудесные цветочки. Можно купить и повесить на балконе. Но так как у меня на балконе сумасшедшая жара, они просто пропадут. Стоят эти цветочки 10 евро. Вот. Ромашки мне нравятся, смотрите. Вот если одни 4 евро, если 3 штуки 10 евро. Вот. Такие вот цветы красивые. Видите, сколько цветов. И люди покупают, люди очень любят эти цветы, высаживают. Я Йорчику купила тоже цветы, такие вот. Вот такие купила, вот высадила. Потом попозже пойду, посмотрю. Если уже пропали, значит возьму другие. Вот такие мне нравятся. Но когда мы покупались на суше, таких чернобрыльчиков не было. И ничего, они будут все время. Вот, поэтому я высажу в следующий раз. Вот горшки такие, видите, 20 евро. Такой горшок красивый. Ой, петуньки пахнут, петунечки. Вот они, петуни, пахнут. Хорошо, как петуни. Вот, 17 евро. А если 2 штуки, то 30 евро. Вот. Вот, смотрите, какие большущие. Большущие такие. Давайте не будем здесь мешать. Вот. Вот 12 евро. А такие вот 20 евро. 20 евро, видите? Такие красивые. Вот. Вы меня просили, снимай побольше что-нибудь в городе такое красивое. Не надо постоянно снимать эти продукты. Ну, дело в том, что вы же знаете, у меня же... Вот, смотрите, 15 евро. У меня же изначально канал, я когда создавала свой, так я же говорила вам, что я буду снимать продукты бесплатные. Ой, какие красивые, да? Какие красивые цветы. Просто чудо. Роза вот 10 евро. Она уже такая большая, как бы переросток. А вот смотрите, какие-то петуни выведены, черные. Я бы не стала такие покупать. Это здесь рассады. Те люди, у которых есть свои участочки. Вот тут даже уже, видите, на помидорчиках. На помидорчиках уже вот зелененькие помидорчики. Можно уже вот их поливают тут. Сейчас посмотрим, что здесь. Продуктики какие-то. Ну, мы сюда... Вот капусточка молодая. У меня так все есть. Посмотрю только вот, почем здесь эти... Клубника. Видите? 5 евро. Литр. 2 литра 8 евро.
Груши я только что покушала. У меня были груши. Виноградик. Яблоки не надо. Персики тоже у меня есть. Там он лук зеленый. Лук зеленый. Европучок. Горох. Видите, какой? Горох можно попробовать. У нас разрешают пробовать. У нас разрешают пробовать. Я не думаю, что он еще такой. А видите, какой он? Видите, он какой старый. Видите, такой вот как бы крупный, мне кажется. Мой. Мне кажется, он старый. Не вкусный старый. Старый горох невкусный. Вот. Абрикосы тоже 3 евро. Здесь клубника по 6 евро. Это такой ящик стоит 7 евро. Ну, в общем, вот такие цены у нас. Здесь черешня 5 евро. 5 евро черешня. Вот такие огурцы. Вот эти большие по евро. А вот эти вот маленькие. 3,90. Помидорки всякие. А здесь обычно всегда такие продукты, которые вот все по евро. Все по евро, все по евро, все по евро. Вот помидорки по евро. Виноградик по евро. Укропчик подгулявший. Тоже по евро. Вот. Сейчас мы пойдем с вами на ту сторону. Я вам вот цветы здесь высадили. У нас всегда высаживают цветы такие красивые. Это здесь человек скупает старые часы. Золото, серебро. Вот такое вот. Это такой кофейный ларек стоит. А мы сейчас с вами туда пойдем. На территорию церкви зайдем. Церковь-то сама закрыта. Ну, территория как бы. Можно зайти, посмотреть. Вот. Она практически всегда, эта церковь, закрыта. Если только надо вам крещение, например, сделать. Вот моей знакомой, ну, она внучку крестила тут. Так они договаривались как-то. Вот. Так что вот такие дела. Вот написано «Ортодоксальная церковь». Вот написано «Ортодоксальная Турун», «Ортодоксинен Кирку». Но это не русская церковь. Это церковь, то ли румынская, то ли болгарская. Вот так вот. И всегда она здесь закрыта. Цветочки красиво высажены. Вот здесь какие-то мероприятия. Вот. Я вам так со стороны только немножко покажу. Вот, и все. И пойдемте дальше с вами. Вот видите, так вот вход. Тут закрыто. Такие колокола. Один поменьше. Ну вот. Посмотрели. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Территория хорошая, ухоженная. Все красиво. Двери открыты. А бывает часто двери закрыты. Вот. Там цветы тоже красиво высажены. Ирисы белые. Все красиво так. И пойдемте дальше. Прохладненько здесь. А вообще на улице у нас сегодня плюс 20. Очень тепло. Очень тепло, очень хорошо. Хорошая погода. Пойдемте туда, вот сюда вдоль. Прогуляемся еще. Вот тут лилии какие красивые. Я не люблю лилии, не люблю их запах. Они такие для меня удушающие. Вот петунии. Ой, какие шикарные петунии, видите? Вот такие вот рябенькие, как далматинцы. Да, вот это же выведены такие красивые. Это мелкие. Это вот какие-то тоже цветы, вот 17 евро, даже не знаю, как они называются. Ну, это петунии тоже. Такие, разновидность петунчиков. Сова какая. Совушка какая сделана. Это здесь кафешка, можно кофе выпить. И мороженое купить. Вот. Как-то уже площадь больше расширяется. Оттуда стройка уходит дальше. Поэтому расширяют больше. Вот.
Здесь всякая выпечка, она тоже очень дорогая. Сейчас вот здесь вот кафе, вот это кафе хорошее. Вот, красивая бабочка, я вам сколько раз уже показывала. Бабочка такая пластмассовая. Он виноградик, 1,5 евро. Один, а если два берешь, ой, ну да, если два берешь, то 2 евро. Клубника также по 8 евро литр. Не килограмм, а именно литр. Вот груши мы тут с Настюшей брали. Вы знаете, хорошие груши, мне понравились. Вкусно. Сейчас мы в тень немножко заехали. Что-то кафе в середине открыто, а стульчики вот эти все убраны. Вот немножко только стульчиков. Сейчас туда пройдемте с вами. Посмотрим. Здесь уже вон девочка сидит, так вообще в одном платье раздета. Ну, я так, конечно, еще не раздеваюсь. У меня кофточка такая хбшная. Тут только укладывают свои продукты. Ой, красивые персики. Ну, вы знаете, я тоже такие же персики купила в арабском. Ой, не персики, извините, абрикосы. Но они ж, гад, такие невкусные. Они ж такие невкусные. Прям, ну, никакие. Трава травой. Поэтому я и не покупаю. Там девушка сидит. Красавица в шлёпанцах. Платье. Вот. Пойдемте сейчас посмотрим. Если открыт, уф. Пойдем. Вот магазин Эко. Эко открыт. Эко по-итальянски это значит вот. Вот. Это итальянская фирма Эко. Обуви. Хорошая обувь, между прочим, я вам скажу. Здесь тоже можно взять кофе. Какую-то выпечку. Вот. И перекусить, если вам хочется. Я никогда не перекусываю на улице. Потому что не люблю. Здесь тоже только приехали. Распаковывается. Горох еще старый, невкусный. Или же привезенный откуда-то. Вот, так что. Вот. Абрикосы, вот видите. 3 евро литр. И вот горох. Тут вот сейчас по евро все выставят. Всякое разное. Вот. МЧМДМ еще. А, МЧМДМ открыт, он с 10. Зара закрыта, Стокман закрыт. Потому что сейчас еще только 10:30. Вам часы на Стокмане только 10:30 утра. Я специально так пораньше выехала, чтобы прогуляться. А потом уже после обеда дома чем-нибудь заниматься. Да хотя мне и заниматься нечем. Я вчера вечером, вот тоже видели, я вам вчера показывала, тут стоянка велосипедов. Я вам показывала вчера, случайно попала за продуктами. Вот там, где раньше я ходила, но я не знала, что там будет открыто. Ну, пошла, взяла курицу. Хорошая курица была такая. Вот так я. Там было 4 кусочка, 2 для Нины, а 2 мне. Я с 2 этих кусочков суп сварила. Вот. Ну, я решила, вряд ли я буду ходить, потому что если ходить туда, еще ходить и в четверг, вот это, где я хожу, в другой район, то столько будет продуктов. Зачем их захламлять? Холодильник не хочу. Надо попоедать то, что там есть. Вот, или выгребти цены не поотдавать. Все переработает, там мясо я отнесла, она фарш перекрутила, сказала, сделает котлетки и мне даст парочку котлеточек. Вот такая лошадка. И вот эта лошадка интересная, она тут всякими монетками сделана, видите, всякие тут монетки такие, вот такая, какие-то там штучки интересная такая. Написано, в 2005 году ее сделали. В 2005. А это эти стоят, которые на прокат берутся. Которые на прокат берутся. Я никогда не брала, Настюша моя брала. Ну, не дешевое удовольствие. Так, раз взять, прокатиться. Хотя многие катаются. Я думаю, а вот там стояночка этих велосипедов. Велосипеды выгоднее брать. Намного. Здесь тоже вот же кафе. Хорошее такое. Всегда было открыто. Тут
всегда были стульчики, качели стояли у них такие с навесиком. Так было здорово. А сейчас нет этого. Хотя кафе само по себе открыто. Вот. Вот этот магазин, вот он открыт уже с 10 часов. Да, с 10. Видите, написано с 10. Я не люблю этот магазин. Я не хочу сказать, что я прям такая вся модная из себя барышня. Но здесь хорошие вещи, видите? Вот. Но здесь так все дорого. Вот кофточка хбшная и шортики 89,99. А нет, это одни шортики, шортики 89,99. Ну, это очень дорого, я считаю. Нет, ну кто-то покупает, постоянно люди есть, и магазин этот не закрывается, он давно тоже этот магазин. Пожалуй, сколько я в Турку живу, столько этот магазин. Тут маленькие такие магазинчики. Вот, здесь раньше был хороший парфюмерный магазинчик. Я хорошие духи покупала для себя, для Наты, для девочек, для своих. А его сейчас закрыли. Ну, помидорчики такие есть по 99 центов. И что я вам говорила, здесь кафешка закрыта. Вот, с 11 написано. С 11. Очень жаль, что вот это вот сейчас люди тоже несут такие потери с этими, со своим бизнесом. Я люблю по этой улице гулять. По этой улице транспорт ходит только тот, который приезжает, что-то привозит к магазину. А так ничего нету. Вот. Вот это вот сюда вот. Этот Хесбургер всегда был открыт. Сейчас вот тут вот стекло. Я вам себя покажу, как я оделась. Вот она я. Видно вам меня, нет? Это я. Так вот оделась. Здесь можно посидеть. Кому надо посмотреть. Красиво здесь тоже. Так, сколько я тут вам уже наговорила? 17 с лишним минут. Вот, это фитнес-центр, который 24 часа в сутки работает. И здесь тоже вон цветочный магазин. Еще вам покажу на улице. И буду закрываться как раз уже за этот угол. И уже, уф, куда я иду. Уф, если он открыт с 10, значит мне повезло. Если не открыт, то придется подождать немножко. Вот. Сакура, что ли? Хакуру. Непонятно, что это за цветок. Ну, какой-то цветок. Ну, я вам скажу, в этом магазине очень дорого. Не знаю, кто тут пути. Это уже петунии привядшие. Хотя тут и поливают, ухаживают за ними. 45 евро. А на рынке такой 17 стоил. 17, а 2 стоило 30. Конечно, не очень. Это как раз такой тоннельчик маленький прохожу. Здесь глазная клиника. Вот на той стороне написано психотерапия. Психотерапевтический центр частный. Перед тем, как я уходила на пенсию, у меня была, я была обязана 3 раза посетить психиатра. Так мне мой врач назначал. Я посещала, но это для меня это было бесплатно. Было у меня на 3 раза. Это стоило 120 евро, там было написано. Вот, но это мне предприятие оплачивало. Без этого я бы не смогла выйти на пенсию по инвалидности. Я, потому что я проходила всяких врачей, в том числе и психиатра. Вот. Это эркиоски. Здесь тоже можно кофе выпить, лотерею. Ну, дедулька на таком самокатике приехал. Кофе выпить, какую-то выпечку сладенькую купить, такое вот, или лотерею. Сегодня, видите, по 2 евро все. Сейчас я вам дойду, покажу и отключусь, и пойду туда. Это, видите, дорога разделена, вот это где я еду, прямая такая, это для велосипедов и для моих вот этих самых
А это просто для пешеходов рядышком. Вот еще вам интересную вещь покажу. Видите, водичка стоит. Это для собачек водичка. Жарко уже начинается. Всегда выставляют водичку для собачек. Молодцы, финны. А так в Италии тоже так же делают. В Италии, не знаю, может, теперь и в Украине так же делают. Я не могу вам сказать. Вот написано, что сегодня все по 2 евро. Ну вот, я на этом отключаюсь. Пока-пока. Если я куплю себе брючки, потом дома покажу. Пока!